Если вы живете рядом с голубятней, если у вас часто идет снег, если вы паркуетесь под липой или просто решили укрыться от дождя, вам пригодится вот такая опция. Это такой багажник, который ставится на крышу любого автомобиля, из которого раздвигается вот такой зонт. Такое могли придумать только китайцы. Да, его основное назначение – это защита от солнца, потому что он светоотражающий и, в общем, предназначен для стран с жарким климатом. Но и в странах, где идет снег или дождь, тоже пригодится. Еще одна фишка этого устройства в том, что у него нет никакой связи с внутренностями, то есть у него не идет никакой кабель, нет никакого модуля, который передает сигнал по какому-то другому протоколу. Все потому, что сверху у него находится солнечная панель, которая запасает достаточно энергии для того, чтобы он работал автономно, и вам не требуется никаких проводов.